Очередное ДТП на «Зебре» произошло сегодня в центре Выборга. Автомобиль «Митсубиси» сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Это случилось в 8:45 на бульваре Кутузова, напротив дома номер 10. Девочка 2015 года рождения получила травмы. Машиной скорой помощи малышку доставили в больницу. Как сообщили нам в районном отделе ГИБДД, за рулем машины, сбившей пешеходов, находился 48-летний мужчина. Напомним, в январе этого года произошел небывалый рост числа сбитых на «Зебре» людей. Более 70 водителей оштрафованы за то, что не уступили дорогу пешим участникам дорожного движения. Инспекторы ГИБДД призывают автомобилистов быть предельно внимательными в зоне действия знака «Пешеходный переход» и заблаговременно снижать скорость. А пешеходов убедительно просят использовать световозвращающие элементы. Кроме того, важно помнить – переходить проезжую часть можно, только убедившись, что вас пропускают.